Красногорские бизнесмены отметили День предпринимателя. Многие сделали это, как и обычно, на рабочем месте, вопреки пандемии. Евгения Пелюгина в числе тех, кто не сдался и борется за свой социальный бизнес. Заказов по основному профилю ее компании – благоустройство цветников, ландшафтный дизайн и изготовление живых украшений для дома – стало меньше, но травушка-муравушка в поиске новых. Держаться на плаву помогает и перепрофилирование на пошив средств защиты. Для нас это было новое дело, но мы с ним справились отлично, вышли на очень хороший, замечательный результат по количеству. Это буквально 3000 изделий в сутки, в самый пик мы отшивали. От 20 до 48 лет ребята задействованы, это и наши жители в первую очередь. Часть ребят имеет инвалидность, вот, это и мужчины, и женщины. В общем, все, кому в это вот непростое время необходимо было занять себя работой. Это те люди, которые решили не выжидать что-то, которые стремятся. Такие же целеустремленные в команде Евгения Тюкаева. Хороший коллектив – важная составляющая бизнеса, уверен руководитель красногорского пекаря. Потому своих коллег поддерживает, особенно в период эпидемии. Несмотря на то, что 3 из 5 магазинов сети закрылись, удалось сохранить рабочие места. Продажи тоже упали. Спасают онлайн-заказы и доставка. В том числе с помощью платформы «Сделано в Красногорске». Переходят с сайта «Сделано в Красногорске» на наш сайт, выбирают по меню, делают заказ, им все бесконтактно привозят, конечно. Частный медицинский центр в Нахабино тоже продолжает работу. Хотя в самом начале эпидемии пришлось несладко. Пациентов не было совсем, клиника терпела убытки, рассказала директор учреждения. Теперь на УЗИ, анализы и прием к терапевту люди идут, но врачей не хватает. Они сегодня как никогда востребованы. Однако, несмотря на трудности, в будущее руководитель центра смотрит уверенно. Мне очень хочется, чтобы вот в нашем, хоть он небольшой медицинский центр, но я хочу, чтобы здесь было все. Мы лицензию получили практически на все виды деятельности, ну, кроме хирургии, естественно. Поэтому я хочу, чтобы у меня все штатные единицы были заполнены, чтобы пришли высококвалифицированные врачи, которых мне не хватает, которых бы я взяла. И, естественно, я хочу ставку делать на оборудование. То есть покупать то, что у меня, вот на что я запланировала и что мне помешало сделать пандемия. Помешала пандемия и семейному центру «Улей». Из 14 резидентов социального предприятия 10 даже не уверены, что вновь вернутся к работе. В числе 4 готовых продолжать детский клуб «Кокоду» Марины Давыдовой. Удалось перевести занятия в онлайн, но это всего 4 группы, говорит педагог. Отсюда и колоссальные потери для всего центра. По подсчетам Марины, оборот в 2020-м снизится больше, чем наполовину по сравнению с прошлым годом. А сохранить помещения и рабочие места жизненно важно. В Улье уверены, положение спасет муниципальные субсидии для социальных предпринимателей. Наша администрация нас услышала. У нас большое объединение предпринимателей в сфере семьи и детства. Мы объединились, написали письмо в администрацию, звонили, говорили, да, и объявили конкурс. Заочный конкурс, ну, раньше, чем он обычно начинается в сентябре. Конкурс в этом году объявили в 2 этапа. Первый этап будет сейчас в мае. Как раз он уже начался, и заявки принимают до 28 мая. И второй этап будет в сентябре. Так что в Улье профессиональный праздник встречали с надеждой на удачное завершение конкурса и, как и коллеги по бизнес-цеху, с желанием поскорее вернуться к обычной жизни. В Красногорске более 17 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. И несмотря на то, что сами нуждаются в поддержке, они протягивают руку помощи другим. Кто безвозмездно раздает сделанные на перепрофилированном производстве маски, а кто доставляет обеды медикам. Пандемия многого лишила бизнес, но, похоже, точно не человечности.